Хочу отметить и отмечу инициативу Союза хореографов Казахстана совместно с двумя старейшими заведениями, театром и училищем, которая направлена на сохранение памяти нашего мастера. Я думаю, что это не первая инициатива, и не первая и не последняя. Да, потому что очень важно, чтобы молодежь видела, как мы помним, и они тоже будут помнить этих больших людей, которые осуществили большой вклад в хореографическое искусство, культуру и вообще культуру Казахстана. Из докладов уважаемых спикеров, которые сегодня выступили, мы узнали очень много о его деятельности на сцене и в балетной школе Рамзана Саликовича. Я в своем докладе кратко затрону его педагогическую деятельность и память, которая на сегодняшний день существует у нас, и не только у нас. И покажу некоторые слайды. Действительно, я являюсь одним из последних учеников Рамазана Бабова. И наш курс из 4 человек в Академии Жургенова, это был единственный, кого он успел выпустить в 2013 году. И я очень счастлив, что сегодня есть такая возможность посвятить ему свою хореографическую композицию на музыку Иоганна Себастьяна Баха, которая называется «Время пришествия». Когда мы говорим слова, что Рамазан Саликович оказал влияние на искусство и образование нескольких стран мира, мы имеем в виду, что 18 лет он работал за границами Казахстана. Сегодня мы слышали о том, как он работал у нас и с нашими артистами, педагогами, балетмейстерами и другими деятелями. Но целых 18 лет он работал за рубежом. И эту деятельность во многом она до недавнего времени оставалась, ну скажем так, закрытой или не исследованной для нашего читателя и вообще для читателя, кто интересуется искусством балета и творчеством Рамазана Бабова. Хочу напомнить, что прежде чем прийти к педагогике и к тем постановкам, которые он осуществлял, например, в Америке он поставил спектакли «Щелкунчик», «Петя и Волк». Он прошел школу в Москве, прошел школу в Алмате, общался со многими-многими людьми и впитал в себя культуру, манеру общения, педагогические методы многих личностей. А потом он это передавал нам, его ученикам. В этой небольшой таблице мы видим, что в Стамбуле он работал в двух организациях. Это в Стамбульском государственном университете, в консерватории. Гульмира Натымовна, наверное, помнит, что когда мы были в Стамбуле на конкурсе, фестивале, мы жили как раз в том отеле, так сложилось случайно, который выходил окнами на эту консерваторию, где Рамазан Саликович работал, на Босфоре. Когда он уехал в Америку, он работал в различных балетных труппах и колледжах. Это были Georgia Academy of Dance, North Atlanta Dance Academy, Roseville Dance Theater, Renaissance International School, Phoenix Studio, Baltimore Ballet. То есть это достаточно такой широкий список учреждений, и, соответственно, учеников там было достаточно много. Поэтому эти люди сегодня, вот вы увидите немножечко дальше, вот все собрать, конечно, невозможно, потому что через сколько, да, сколько учеников проходит перед глазами, через руки каждого педагога в нашей жизни. Последние годы он преподавал, как уже говорилось ранее, в Академии Жургенова. У него было 3 курса. Выпустил у нас только нас, как я уже говорил. Это его ученики.
Он, кстати, начал свою педагогическую деятельность еще в театре оперы и балета имени Абая, когда лауреат Стамбекского балета. Это фотографии его турецких и американских учеников. Здесь очень краткий список, очень небольшой список тех, кто у него учился, как артисты, и труппы, в которых они танцевали, и кто-то еще до сих пор, ну, танцует по всей Америке и в нашей стране. Что касается его педагогических методов и принципов, то об этом уже частично сказали Майра Шавкатовна и Людмила Масековна. Здесь на слайде вы видите какие-то основные методы, которые он применял в работе с молодым поколением уже, не с артистом, ну, в смысле, не с партнером, да, а уже вот с теми, кого он готовил к сцене или к балетмейстерской деятельности. Он очень много, очень, как сказать, любил Батман Тандю, об этом многие говорят, и когда он нам давал иногда классы в академии, он тоже давал нам по 3-4 комбинации Батман-Тандю на уроке. Вот здесь я хотел бы особенно отдельно остановиться на этом слайде. Как оказалось, память о Бабове достаточно широко распространена. Самое первое, что было сделано, это ему посвятили международных конкурс хореографических учебных заведений «Орлеал» в 2014 году. И тогда специальный приз и диплом ему вручили Людмила Георгиевна Родакова и Юлия Рамазановна Бабова, студенту второго курса Айбару Токтару. Чуть позже на фестивале «Шабыт» Иркан Рахматулаев, который сегодня тоже будет танцевать на этой сцене, ученик Алматинского хореографического училища, тогда он уже был артистом балета, получил тоже специальный приз, именной диплом, и еще какую-то, вот он рассказывал, статуэтку. Очень важно для нас, что в августе 2015-го Бибигуль Нургалиевна тоже присутствовала на открытии памятника в Кирпиногенсае, авторство Эдуарда Казаряна и Каяжана Токишева «Прилетел орел», который немного парил об этом из-за этой известной истории и быстро исчез из поля. Но мы все так и поняли, что это именно Рамазан Саликович. И еще было ряд мероприятий, которые и событий, которые затронули память о Рамазане Саликовиче, которые здесь отображены, то, что удалось найти на сегодняшний день. Возможно, этого даже и больше, потому что я сам узнал многое, готовясь к этому выступлению. Из самого последнего, что нас очень обрадовало, нас, учеников и близких, Рамазан Саликович, что в апреле 2021 года, 7 апреля 2021 года, постановлением Республиканской номастической комиссии при правительстве и было принято решение о присвоении улицы одной из улиц города Алматы имени Рамазана Бабова. Мы ездили туда несколько раз смотреть эту замечательную, тихую, уютную улочку. Вы тоже можете съездить и почтить память Рамазана Саликовича. Помимо этого, существуют дополнительные специальные награды, призы в рамках уже существующих фестивалей, например, «Орлеал». Один из таких является спецприз за выразительное мастерство имени Рамазана Бабова, который вручала Гульнара Капанова. 8 июля мы открыли мемориальную доску на доме, где он жил с 1977 по 2014 годы. И он, Рамазан Саликович, также представлен в календаре деятелей казахского балета за 2022 год, изданный нашим журналом, где мы почтили память всех тех, кто сегодня не с нами, но тех, кто нам очень важен. Сам он о себе оставил достаточно такую трогательную, милую память за Дворцом Республики,
совсем недалеко от театра современного танца «Самрук». Он в свое время, в 2012 году, совместно с Бибигуль Тулегеновой, Эльбеком Мишевым, Розой Джамановой и другими народными артистами посадили именные ели. Сегодня эти таблички освежили, обновили, они выглядят как новенькие. И всегда, когда проходишь мимо, обязательно ненадолго останавливаешься там. Ну, это те мероприятия «Желтым цветом выделены», те, которые вот проходят сегодня, в эти дни, инициированные Союзом хореографов. И самая главная память, которая хранится о нем, это память его супруги Людмилы Георгиевны Родаковой, которая вспоминает о нем каждый день, вспоминает очень разные смешные и забавные, и трогательные моменты из их совместной жизни, профессиональной жизни и жизни, связанной с дочерью Юлией. Спасибо.